Все, что здесь происходит, все, что вы увидите на экране, это на основе реальных фактов произошло. На самом деле жил Иван Фирцак, Кротон его еще называли, но как бы тогда было популярно модно, ну, мифологические имена давать, но у нас его называли Иван Сила. И он в 20 лет уже практически ставил такие рекорды. В общем, многие рекорды вот из того, что он поставил, до сих пор никто повторить не может, не пробовал. Вот. Какие-то вещи Дима Хейджи, который играет главную роль, играет этого Ивана Фирцака, он повторил, вот я тоже говорил, что Иван Фирцак поднимал 3 бочки с водой 520 килограмм, Дима поднял трубу, но сперва он поднял эти 520 килограмм, потом он сделал, ну, сварил такую трубу, в которую заполнили водой, это было 1022 килограмма. Еще раз берет гордость, что в нашей стране такие люди есть, как Дима, который продолжает эти хорошие традиции, как Вася Верастюк, которым, ну, просто на этом история не заканчивается и опять же берет гордость. Там сыграли такие замечательные актеры, как Вася Бендас, ну, вы помните, вот по Долгоносика маленький такой, очень смешной, и роль у него очень смешная. Игорь Паперный и Виктор Андриенко были авторами сценария. Это по книге Александра Гавроша «Невероятные приключения Ивана Силы». Они написали сценарий. Игорь Паперный — это российский актер, и только из-за этого фильма он настолько увлекся этим, ну, вот ролью, что он выучил украинский язык. Вот весь фильм идет на украинском языке, и вот русский актер, он выучил украинский язык и озвучил. И все роли все озвучивали на украинском языке. Вот. Я, честно говоря, давайте лучше посмотрим кино, потом, если возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием отмечу, потому что у меня сейчас эмоции, которые меня просто... Ну, потом легче их будет тушить.